это сделали, но только мы же заранее не предупреждены были. Конечно, это же собрать надо аудиторию. И тут сейчас как раз вот я рассталась, у нас приехала проверка из нашего министерства, я их отвела в отдел, вы сама вышла, вы меня сразу поймали. А как вы эти книги возите? Машиной. А, на машине, да. Ну, представьте себе, фактически весь Советский Союз бывший. Да, мы в Владивостоке были, находка, весь едем до Португалии, по Скандинавии опуститься в Прибалтику. И думаем, пройдем на республике и вернусь. И выделили энергию для всего этого. Это же тяжелый труд, такой преодолеть дорогу. А кто за рулем? Да? Ну, меняемся мы с братом. А вы братья? Во Христе. А, вот так вот, понятно. Мы, конечно, не такие продвинутые в мире люди. В церковь ходим, Богу молимся. Вот маленький извещает. А со Христом сдвигаются горы и расцветают пустыни. Спасибо. Да, вот и все. Да. Спасибо. И мы сделаем тоже фотографии вот этой, не забудьте. Мы выставим это в интернете. И в интернете мы выставим на нашем сайте. Да. Во-первых, вам благодарность, плюс вот этот автограф будет ваша рука. Тут и Ильичане все самое жизненно важное, оно все показывает. Сейчас покажем, как у нас ребятишки из школы вышли. Это вот крещение было, старшая воспитательница. Сейчас. Это патриарх Алексей II. Наши песни это в храме Христа Спасителя, когда там с зарубежной церкви объединялись. Так, где там это стихотворение было? Так, это мой брат крещение как раз проводит. Это перед крещением. Тут большая работа идет. Даже вот бывает с заключенными. Почему Господь коснулся сердца его. Вот, вот, нашел. Видите, это нас дети вышли из храма. Посмотрите. Как матрешечки такие одинаковые, хорошенькие. Это, знаете, одежды какие-то. Это Господь дал, мы родные, украинцы, белорусы. Кто же это желает нас всех разделить? Да. Уже мы разделили. Настолько все близкие друг к другу. А то, это политики. Это политики, которые на этом наращивают свои политические капиталы. Христос соединяет нас. Конечно. Вот мы ехали, не думали, как тут в Харькове где-то заезжаем, как будто бы первый раз увидели, а будто не один раз уже виделись. Гляжу, Валентина, Дмитриевна, так все дорого, близко, свои, как будто никуда не выезжали, мы здесь были. Да, наверное, так оно и есть. Все мы близкие люди. Ну, храни вас Господь. И вас. Мы двигаемся дальше. Я вам дам тоже буклеты о нашей библиотеке на украинском языке. Ну, я думаю, это понятный язык для понятно. Того, чтобы... Вот я уже рассмотрю дома. Да, нахожу. Да. Так вы что, два экземпляра? Да, два, да. Мало, пригодится вам. Ну... В Харьков, Украина. Ну, нас приняли тут, как будто давно ждали. Вот видите, мы уезжаем, и сестры, директор Валентина Дмитриевна благословляет нас в путь. Храни вас Господь. И вас так. Вот что значит православные славяне. Все, до свидания.